Кадры военной хроники ожили под песни времен Великой Отечественной. В областной филармонии Рязанский народный хор имени Попова представил спектакль-концерт, посвященный 70-летию Победы. Это тот редкий случай, когда выступления хора сменяют актеры. На сцене попытались воссоздать события военных лет. Рязанцы, пришедшие на концерт, смогли услышать знаменитые и любимые поколениями военные песни. Юбилейный концерт в честь 175-летия со дня рождения самого популярного в мире композитора Петра Ильича Чайковского услышат во всех часовых поясах страны. Уже через несколько минут в столице, на площадке концертного зала имени Чайковского, известный пианист Денис Мацуев исполнит с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Георгиева все концерты для фортепиано с оркестром. Причем сделает это без перерывов. Это будет российский рекорд. Никто из наших музыкантов до сих пор такого не делал. Трансляцию концерта, который состоится в рамках проекта «Виртуальный концертный зал», рязанцы смогут бесплатно посмотреть в камерном зале областной филармонии. Начало в 13 часов. Безусловно, мы сегодня будем испытывать особый трепет, потому что мы выходим на сцену зала Чайковского в юбилейный год, как раз в день рождения Петра Ильича. Так что давайте дождемся этого момента, когда концерт уже совсем скоро начнется.